Здрасте, это обзор мода Nightstalker. Вот, собственно, что заметил, иконочки двигаются, иконочка не двигается. Наверное, это нормально. Но это же мод. Идем дальше. Поменена превьюшка выбора героя. Вот здесь тоже. Так, что тут у нас? Изменены звуки. Что можно сделать? Можно купить фейзы. И какую-нибудь айтема кинь. Ну, выглядит вроде ничего такой. Следим героя какого-нибудь. Посмотрим, как он его бьет. И... ну, сайленс такой себе, типа, это баланарский сайленс, скажись. Ну, типа, я не вижу ничего сверхнового. На меня еще на квиккасте. Хотя, может быть, что-то поменено. Ладно, неважно. Вау, какой милый голос. Первый скилл, кажется, стандартный. Я хз. Ну, моделька прикольная. Сейчас посмотрим, как крипов бьют. Ну, прикольно то, что поменены звуки. Он типа бьет лапами, хрустит. Баланар. Ой. А тут вроде бы как прикольно. Ну все, обзор мода закончен. Еще покажу превьюшку мода. Она выглядит вот так. Не знаю, что дает Immortal какая-то. Ничего, наверное, просто меняет освещение. Вот, и, собственно, ну, выглядит прикольненько. Можно поиграть с ним. Спасибо за просмотр.